Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусное и сытное блюдо. Оно похоже на плов, но основные ингредиенты – куриное филе и булгур. Такой плов получается невероятно насыщенным по вкусу, ароматным и рассыпчатым. Подписываемся и готовим! Начну с подготовки овощей. Возьму одну луковицу и порежу ее достаточно мелко. А одну морковку потру на крупную терку. Также для блюда я буду использовать куриное филе. У меня здесь 4 штуки, филе бедра 400 граммов. Я его порежу на небольшие кусочки. Филе есть. Дальше я разогреваю сковородку, добавляю пару столовых ложек растительного масла. В масло добавляю пол чайной ложки куркумы. И отправляю сюда порезанный лук. Буквально сразу за луком сюда отправляется куриное филе. Его также обжариваю на большом огне. Филе прихватилось со всех сторон, побелело. Я его присыплю черным молотым перцем. И отправляю в сковородку морковку. Еще минутку обжариваю морковку. Дальше я возьму 1,5 стакана булгура, промою его. Булгур отправляю на сковородку вслед за морковкой. И также его немного обжарю на сковороде, чтобы он потянул в себя все соки. То есть водой я буду заливать не сразу. Посмотрите, булгур стал такой красивый, маслянистый. Потянул на себя все соки, которые он мог взять со сковородки. И вот теперь я все залью кипятком. Воды беру в 2 раза больше, чем булгура. То есть на 1,5 стакана булгура 3 стакана воды. Ко всей этой красоте я добавлю еще чайную ложку молотой паприки. Посолим по вкусу. Добавлю 1 столовую ложку барбариса. 2 зубочка чеснока целиком. 1 лавровый листик. 1 душистый перчик горошком. И 2 черных перца горошком. Накрываю блюдо крышкой, убавляю огонь до минимального и даю ему проготовиться еще 15-17 минут. Через 15 минут у нас все готово. Посмотрите, какая красота у нас получилась. И поверьте, это еще очень-очень вкусно. Если этот рецепт показался вам интересным, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить другие интересные рецепты. Ставьте лайк. Пишите свое мнение в комментариях. Пусть это замечательное, рассыпчатое и очень вкусное блюдо подарит вам удовольствие. Всего вам самого доброго и увидимся в следующем вкусном видео.